ждет еще вспомнить старую пародию Игоря Михалева, который писал «Аж на 70-летие». Ну вот, так сказать, напоминает старый анекдот. Помнишь, Вася, нам на фронте в 45-м году таблетки, когда в Германии вообще от женщин давали. Да, представь себе, 60 лет прошло, начали действовать. И поэтому такая пародия. Игорь Михалев. Кожаные брюки, брошенные в угол. Ничего не видно в этой темноте. Погоди немного, юная подруга. Руки ведь трясутся, и глаза не те. Командир со штурманом ведь предупреждали. И хирург нашептывал мне, пуская кровь. Нынче это самое получится едва ли. Выпитую флягу не наполнить вновь. Кожаные брюки вновь на старом месте. И в стакане челюсть бьется о края. Ты чего пристала, школьница, невеста? Отойди от девушки, милая.